В настоящее время абонент не может ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение после сигнала. В настоящее время абонент не может ответить на ваш звонок. Ваня уехал на рыбалку и пропал. Помоги. Мужики, Ваня уехал на рыбалку и пропал. Куда уехал, не знаю. Я по своим знакомым позвонил, вроде его видели в одном месте. Короче, надо ехать, надо искать. Руководителю предлагаю выбрать Эльдара. Да, озабоченные лица, Ваня пропал. Кордон.
что, Ваня был? Был. Ушел вниз по реке. Твоего друга. Почти всю реку прошли. Темнеет. Надо дров заготовить. А ту холодную ночевку схватим и ласты завернем. Ладно, поехали. Ваня, ты почему на звонки не отвечаешь? Мы тебя уже третий день ищем. Да не мешай только клевать на чего. Мужики, у него клюет. Дать бы тебе по шее. Ладно, Ванька, давай с Настей. Мы тоже рыбачить будем. Там много удочек в доме. Идите, берите, рыбачьте. Мелкую рыбу отпускали, а крупную складывали в спичечный коробок. Эти люди не спят, эти люди рыбачат. Вот человек этим копьем наколол всю эту рыбу. Вы ничего не перепутали? 19 января! Ну как? Катя, привет! Нашли мы твоего Ваню. Когда приедем, ну сейчас пару дней порыбачим и приедем.